Итак, всем привет. Как вы видите, это Cursed State Darksnore. Да, это продолжение серии игрушек на FPS Creta и Cursed State. Весьма неоднозначной серии, многие думают, возможно. В принципе, я тоже думаю. У этой серии есть и неплохие игрушки, скажем, как, например, пятая часть, весьма неплохая, мне она больше всего понравилась. Так есть и весьма неоднозначные части, например, первая Cursed State, которая весьма очень простая, или четвертый, в который в конце задабывают просто лабиринт, но, так сказать, потенциал у автора все-таки есть. Он после этих пяти частей Cursed State он выпустил еще игрушку Dead Hospital и SCP Ванюха, но Dead Hospital я не смог записать из-за того, что она у меня постоянно вылетала, не по непонятным причинам. Все-таки этот движок FPS этого весьма уже устаревший, кривой. Есть кое-какие недочеты, но на нем все еще можно делать неплохие вещи. И надеюсь, Darksnore окажется именно этой неплохой вещью. Давайте начнем. Мне интересно уже, что там автор этой игры сделал. Кстати, кто не знает, автор зовут Ванюха. Ванюха, привет тебе. Как видишь, я это начал все-таки проходить. Так что давайте вместе посмотрим, что это за игрушка. Зовут Дима. Все свое детство я прожил у родителей в маленьком городке под названием Кушна. Мои родители умерли когда я вырос. Мне позвонили мои родственники и позвали в гости на родителей. Я, конечно же, согласился. Вот первый, в принципе, недочет. Тут как бы сейчас сюжет объясняется, но я, блин, не в обиду Ванюхе, я голос ни хрена не слышу. Я проезжал мимо Челябинска, и тут у меня сломался машина. Я позвонил ближайшему автосервису и попросил помощи. А сам помогал. Да, голос очень тихий, к сожалению. Да, фонарик в игре появился. Давайте сразу же сохранимся. Что ж, давайте отправимся. Здесь кто-нибудь есть? Не, никого нету. Абсолютно. Ой, блин. На Е. Блин. Да хорош стучать. Начало мне чем-то напоминает первую пенумбру, когда мы пробираемся к тому чуваку, который язык отрезал себе. Вот не знаю почему, очень напоминает. Да, текстурки явно не из... Хорош шагать. Текстурки явно не из стандартного редактора. То есть другие, отдельные. Бля... Твою мать! Это чё, топорик, блин, из Волкрафта, что ли? Вы чё? Батарейка садится. Срочно сохраняюсь. Срочно. Блин, да, у нас и фонарик садиться будет. Очень хреново. Что делать? А, сюда. Вот это совет, блин. А, вот, да, уровни освещены. Ну, бак, ладно. Во, ништя. В задницу я сохраняюсь. Я сохраняюсь. Блин, фонарик, то что, блин, кончается, это хреново. То есть, да, придают этакий челлендж. Блин, не, я перезагружусь. Я зря батарейку взял. Зря. Ну, загружайся. Так. Братишка, кто с тобой это сделал? Сволочь, топором, блин. И почему я топор не могу взять, господи?
Блин. Привет. Блять! Вонюха, блядь, сволочь, блядь! Твою... Твою мать, блядь! Блин, ебать. Блин, ну это... Блин, я знал, что что-то... Блин... Блин! Да твою же мать! Ну манекен, блядь, это не манекен, это тупак такой, блядь, да пофигу. Кто это? Тук-тук, ёпта. Ничего взять нельзя? Вася, а может не надо? Пойду батарейку возьму. Блин, гребаная комната. Мы идем. Не... Блин, да... Да кто тут ножами кидается, сволочь? Йо! Ваша мать. Чувачки, ну вы висите это, висите. Йо, да идите в баню. Я не против, висите, я вас трогать не буду. Висите. Это чё? А, это ничего. Ну и блин. Ну, начало очень... Блять! Ёбаный Никомов, блять, сука! Я в домике, я в безопасности. Я в домике, мне хорошо. Попробуй старый добрый проверенный метод. Просто бежать нафиг. Может, я вовремя так побегу? Есть кто-нибудь? Кто в теремочке живет, кто в невысоком живет? Походу, никто не живет. Ну ладно. Блин. Не сдохнуть бы. А ты что на потолке висишь? А ты что дурному примеру следуешь? Да идите в жопу. А куда мне? Блин, нафига я батарейку взял? Куда мне идти-то, блин? Подсказал бы. Куда бегу, не пойму куда. Ключ. Бля! В жопу ключ. В жопу ключ. Я его взял, я не понял. Или не взял, ну и да хер с ним. Бля! Блять. Так, перезагрузились. Окей. Теперь мы знаем, что там ключ. Ключ мне, походу, нужен. Да, нужен. То как я назад вернусь потом? Если там эта херня... Блин, я не сдох. Да куда мне идти-то, блин, ты скажи? Не ходи туда. Я сказал, не ходи. Так, направо я не пойду, там нихера. А вот ключ мне нужен. Блин. Да в задницу. В задницу валим. Я бегу в далекие края, где неведомая херня прибьет меня от... Блин, я заговариваюсь. Блять, сука, блять. Блять, я добуду. Чуваки, спасите, блин. Куда идти, блин? Отвёк. Валим. Блин. Ну. Ой, блин. Воздух. Сохранюсь. В задницу. Блин. Вонюха, респект.
Это что, 5 рекламных летсплейщиков? Блин, ну я выжил тебе. Черт, блин. Ну вот это пока игрушка, естественно, пока офигенно смотрится. Да. Единственный минус это... Вот уж в начале звук ни хрена слышно не было. И... Избыточное количество батареек, по моему мнению. Блин. Пошел в жопу. Я туда не иду. Я туда не иду, я иду туда. Ты сюда не ходи, ты туда ходи. А то монстр башка попадет. Йо. Чуть не нравится мне этот коридор. Блин, может я это зря сделал? Бля! Блин. Сохранилось, блин, окей. Блин. Твою мать, а. Я, конечно, понимал, что это будет скримплей, но, блин, это, блин. Он убьет меня. Я убью тебя, блин. Лево, право. Право, лево. Лево, право. Право, лево. Лево идет вниз, так что идет оно в жопу, я вниз не хочу. А тут, блядь, тупик. Чёрт, я опять материться начинаю из-за ужастиков. Блин, я раньше так в жизни не матерился, но вот когда я начал проходить ужастики, стал сапожником, блин. Йо! Да твою мать, блин! Твою мать! Знаешь что, сиди там лучше, а? Бля... Знаешь что? Давай посидим в темноте, а? Господи, я ничего не вижу. Пока я ничего не вижу, я ничего не боюсь, и... Мне не страшно. Да. Может, я говорю, в темноте походить? Да, в жопу я сохранюсь. Лишним не будет. Ёпта, блин. За батарейку спасибо, башку оставь себе. Мне она не нужна. Блин, вода. Сейчас будет что-то очень хреновое, мне кажется. Блин, это все очень плохо. Гребаная канализация. Ну, я не хочу вниз. Ладно. Да подвинься. Ай. Пошел в задницу. Пошел в задницу. Я тебя не знаю. Блин, а че я сдох? А че я сдох, блин? Блин. Окей. Блин. Ладно. Попытка номер два. Какого... что-то я не понял. А чё? Я под водой показан? Батарейки дают воздух? Чё за... Чё за хрень? Батарейки дают воздух. Блин, это что-то... Да в задницу. В задницу. В задницу. В задницу. В задницу. В задницу. Я иду домой. 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 Я выживу. Нет, я сдохну. Блин, я уже застрял. Чё-то я застрял. Блин. Да блин. Господи. Чё за хрень?
Да блин, опять я заставил. Ладно. Только какого хрена батарейки дают воздух? Я не пойму. Возможно, баг. Ну блин. Так. На этот раз я буду умнее. Блин. Я не очень умный, раз сюда пошел. Не-не-не-не-не-не-не-не. Пошел в жопу. Пошел в жопу. Пошел в жопу. Пошел в жопу. I'm going home. Нет, совет, зашибись, осторожно спускайтесь по лестнице, вы можете полониться об них. Зашибись. Ну, грузись, давай, 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 давай. Только не зависай, ради Христа, а. Ну. Ну. Долго, конечно. Блин, да, загрузка долгая очень. В задницу я сохранюсь как можно быстрее. Не, ну совет не пораниться об лестницу, это, конечно, эпик фейл. Да не фейл, эпик вин, блин, даже. Блин. Я чем дальше, тем больше в задницу, походу, попадаю. А ты кто? Ты чей стои? Да в задницу я валю домой. Бля. Блин. Блин, 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 блин. Блин, иди в задницу, я тебя не знаю. Чёрт, это писец. Это писец, ребята. Это пипец полный. Блин, тупик. Блин, нет. Я еще жить хочу. Я слишком молод. Я слишком молод. У меня еще, блин. Блин, у меня еще колтушка с курицей. Еда, я не хочу в такой момент подыхать. Блин, блин. Блин, я хочу свалить. Я... Ой, ой. Блин, блин, блин. Не-не-не, Дэвид Бэйн. Не-не-не, валим, 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 валим. Блин, давай, давай, давай. Сразу. Блин, беги. Беги, ленивая жопа. Беги, давай, 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 давай. Блин. Я должен. Бля. Куда я, блин? Так. Блин. Батарейка. Чё-то куда тут идти, я не въеду. Блин. Чё, батарейка подыхает уже. Бля! Иди в задницу. Блин. Спасибо за батарейку. Телек в задницу. Вот она, вот она. Нет, это заперто, блин. Бля, не-не-не. Блин. Ой, блин. Чё-то как оттуда свалить, блин. Ой, блин. Капец, игрушка, блин. Ладно, попытка еще. Зашибись, загрузился. Блин, я где загрузился, ваша мать? Это что за хрень? Блин. Да я читак. Ха-ха-ха, не достанешь. Не-не, не достанешь, не достанешь. Блин. Я наверху текстуру загрузился в натуре. Как? Блин, это как? Блин.
Чё, да я крут, как яйца сана. Блин, это как я так умудаюсь, ё? Не в натуре. На батарейке пипец, походу. Блин. Так, ладно. Будем заниматься читерством. Куда иду? Самое главное, зачем? Блин. Да не, в баню, а то это вообще... Блин, у меня вся картинка размытая. Капец! И... Я упал за текстуру, зачем? Ой, блин, перезагрузим еще. Так. Да, блин, опять! Черт, ну какой-то глюк у меня. Это печально. Это очень печально. Я даже не понимаю, куда я иду, блин. Да ебелный мама, я. Черт, ну может я как-то пройду все-таки. Нет, не пойду. Ладно, перезагрузим его. Такс. Перезагрузил я все-таки этот уровень. Попытки этих строителей. При перезагрузке еще вылетел пару ошибок. Блин. Ой, давайте последнюю попытку, ребят. Просто уже устал, честно, немножко. Блин. Санова бич, а? Run, Forest, run! Блин, а куда бежать-то? Несё... Ты откуда меня убил, блин? Твою мать! Блин! А где фонарик? А, блин, а чё у меня F не сразу вот? Блин, я... Это, блин, я не знаю, как он убивать так умедляется? Сквозь текстуру читык... Читак... Ты читак, гребаный, вали от меня нахрен. Читал, блин. Читал, блин, в натуре 100% читал. Сволочь. Ах ты ж гадина, блин. Нет, туда я не пойду, идет оно нафиг. Вот оно место, да-да-да, я сюда в прошлый раз пришел. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Блять! Бляха, 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 куда? Господи, пусть это выход, пусть это выход. Блин, это не выход. Пипец. Блин, может открылось? Да! Давай, мужик, мужик, давай, давай, мы сможем. Так, сохранимся, давай, мужик. Давай, мужик. Блин, куда дальше-то? Блин, я ни хрена не пойму. Тут стена, блин. Я запутал уже. Чёрт, я все-таки это пошел, этот уровень, блин. Срочно, сейв, блин, срочно. Срочно, блин. О, господи. Чёрт, блин, у меня что-то аж голова разболелась. В натуре, блин, блин. Блин, после записи пытаюсь обезболивающее пить. Это что за хрень спереди? Пошёл в жопу, блин. В натуре лестницы урон наносит. Что за размытие? Да у меня просто стальные яйца. Не в прямом смысле, конечно. Да заткнись. Я знаю. Я особенный. Я вообще, блин, ёжик number one на Руси, блин. Пошёл в жопу, а?
из-за этого у тебя появился дар. Я не могу тебя убить, да просто. Ты особенный. Окей, тогда отпусти меня, пожалуйста. Блин, я сохранюсь, идет ему в задницу. У меня и так текстуры все размытые, блин. Я не... Вау. Ну, вообще, давайте пока посмотрим титры. Спасибо Ванюхе, опять же, отдельно за эту игру. Озвучка. Конец. Или нет? Я думаю, нет. Блин, надеюсь, все-таки да. Блин. А, что, я могу продолжить? Уии! Я могу продолжить, я продолжаю играть. Я отпускаю тебя. Можешь закрыть глаза. What the fuck? Че это за хейт было? Че это, блин, за восставший из ада, блин, был? Капец, блин. Я офигеваю, блин. Ну, давайте начнем с минусов. Ну, первый минус, это, конечно, в начальном ролике. Но если это так можно назвать роликом. Очень тихая озвучка, очень большой минус. Потому что из этой озвучки ни хрена не был понятный сюжет. Второе, это чрезмерное количество батареек. В принципе, можно сделать, блин, улучшенную версию и убрать частично некоторые батарейки. Потому что все-таки, я считаю, их слишком много в некоторых местах. Третье, это, конечно же, глюки иногда, но это не вина разработчика Ванюхи, это все-таки проблема уже самого FPS-ка этого, все-таки уже устаревший конструктор, я считаю. Ну и последнее, вот это размытие под конец, это, конечно, пипец, блин. И этот чувак с колючками, блин. Блин. Ну, вообще, что сказать можно? Видно явно прогресс, то, что... С предыдущих частей, конечно, возможно, игрушка, скажем так, не стала шедевром, конечно, но один раз ее с удовольствием можно вполне пройти, я считаю. Если, конечно, не баги самого FPS-ка этого. То есть, видно прогресс автора, то есть, человек развивается в своем творчестве, что-то новое делает, новые идеи, пытается, почему пытается все это выжить из весьма допотопного конструктора игрушек от первого лица, весьма допотопного уже. Ну, в общем, вот на этот раз, Ванюха, респект, честно. Конечно, есть недочеты, ребята, но недочеты все эти списываются по большей части на сам конструктор, а не к автору. Ну, к автору единственный минус, то, что она тихая озвучка вначале и чрезмерное количество батареек. Вот это единственные два минуса, все. В остальном, ну, блин. Спасибо, конечно, за игру, но я считаю, надо начинать осваивать Unity. Я понимаю, возможно, система не тянет, но что-то уже к этому надо двигаться, возможно, начинать какие-то видеоуроки смотреть, потому что FPS к этому уже все, он изживает свой век капитально. Качественных игрушек на нем все меньше и меньше, и, к сожалению, это факт, надо осваивать Unity. В принципе, будущее инди-ужастиков, я считаю, это за Unity все. Ну, возможно, где-то за Unreal Engine и еще какими-то там... мелкими движками, типа, блин, не знаю, CryEngine, соуса. Но это уже все будут идти, считай, как отдельные модификации, по большей части. А на этом, в общем, все. Спасибо Ванюхе за игрушку. Свою долю кирпичей я все-таки высыл капитально, блин. Будем ждать новую игру от Ванюхи. В общем, Ванюха, печенюшку ты заслужил. Респект тебе. А на этом все. Поблагодарим автора, ребята. Скажем все-таки, ну, в комментах хотя бы скажите ему спасибо. Потому что видно, что человек все-таки на этот раз
Я, честно, видно, человек старался, пытался что-то новое сделать. На этом все, в общем, все. Спасибо автору, спасибо всем, кто смотрел. Всем удачи и пока. До встречи в новых ужастиках.